Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Nokia 2.3. Сейчас я покажу вам, как на этом прекрасном великолепном устройстве изменить дату и время. Вначале нужно открыть меню настроек. После этого открыть самый предпоследний пункт «Система». После этого выбрать третий пункт «Дата». Нажать на кнопочку «Использовать время сети» и выбрать «Выключить». Отлично. Теперь, когда вы выключили использование время сети, выставляете дату, ту, которая вам нравится. Год выставляете следующим образом, выбираете год и делаете то, что вам нужно. Месяц выбираете, день выбираете. Окей. Но со временем все проще. Просто нажимаете на клавиатуру в нижнем левом углу и вписываете то время, которое вам нужно. И нажимаете ОК. Вот и все. Посмотрите только на мою дату и время. Суббота, 10 июня, 27 градусов. Это... Почти где время? А, вот, 12:52. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.